Сельхозпроизводители более чем из десятка муниципальных образований нашего региона в выходные приехали в Димитровград для участия в областной сельскохозяйственной ярмарке. Торговля на площади Советов началась с февраля, но областная ярмарка в этом году первая. Девиз – фестиваль мяса. Ну, заметили, что около 30-35 точек торгуют именно мясом. Цены ниже, чем на рынке, процентов на 15-20. Но главное, что это хорошее качество, потому что здесь в основном непосредственно производители сами продают свою продукцию, поэтому и цена ниже, и качество лучше. Цена и качество мяса димитровградцев вполне устраивали. А это и есть основная цель проведения подобных ярмарок. Цены, конечно, ниже, чем на рынке. Мясо хорошее, выбор очень хороший. Ну, довольны. Довольны, да. И говядину, и свинину взяли. И даже печенку. На ярмарке сегодня приобрела вот прослойки за 200 рублей. Килограмм. Ну да, довольны. Довольны не только покупатели, но и продавцы, так как им предоставили возможность реализовать собственную продукцию. Мы привезли сегодня тонну 100. Продали почти все. 2 тушки еще осталось. Все сейчас продадим и домой поедем. Мы приехали с Ильинского района, из села Большой Нагаткино. 350 килограмм мяса привезли. Продала, наверное, я уже 250 продала. Горожане покупали и овощи, и фрукты, и молочную продукцию, мед, подсолнечное масло. Но больше всего спросом пользовалась свинина и говядина. В итоге было реализовано продукции более чем на 5,5 миллионов рублей. Подобные ярмарки будут проходить до конца апреля. Юлия Лапцева, Константин Белов. Наше время.